вечір. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». І сьогодні гість студії В'ячеслав Ципа, начальник управління поліції охорони в Миколаївській області. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане В'ячеслав, останнім часом, ну, мабуть, час такий, так, склалося, що напружена ситуація в Україні, в Миколаєві, в тому числі. Власне, як складається, з чого складається ваша робота і як вона змінилася останнім часом? На сегодняшний день, да, действительно усугубилась ситуация в нашей стране, то есть очень много людей безработных, как мы видим, увеличилось количество бездомных граждан на улице. Соответственно, все это приводит к тому, что люди совершают разного вида преступления. Одним из видов преступления это является кражи, как и личного имущества граждан, так и с офисов, также с магазинов. Управление полиции охраны прежде всего нацелено на охрану как и объектов, так и жилища граждан, так и объектов особой важности. Это такие, как на сегодняшний день в Николаевской области, атомная электростанция и порты. Мы осуществляем два вида охраны. Это охрана техническая, то есть с помощью сигнализации, так же само и физическая охрана, то бишь существует у нас охрана граждан и физические посты на тех же самых объектах особой важности, в банке осуществляем охрану. И, соответственно, там, где нас хотят видеть наши предприниматели, заключая с нами договора, и мы осуществляем их охрану. Что значит «хотят видеть»? Каким образом вы работаете, каким образом складывается сотрудничество? И в последнее время в Николаеве достаточно много частных контор, которые занимаются, ну, примерно, скажем так, предоставляют примерно такие же услуги. В чем принципиальная разница между вами? Принципиальная разница между частными охранными структурами и управлением полиции охраны в том, что полиция охраны на сегодняшний день единственный легитимный орган, который имеет право на ношение и применение табельного оружия. То есть это нарезное огнестрельное оружие. Также, согласно закону Украины о полиции, и управление полиции охраны имеет право задерживать людей и, соответственно, проводить с ними действия в дальнейшем после задержания, доставлять их в райуправление, либо то дожидаться следственно-оперативную группу, если человек совершил какое-то преступление, его было задержано непосредственно на месте совершения преступления. Частные охранные структуры на сегодняшний день не имеют права на хранение и применение либо какого оружия, то есть имеют право только на применение приборов для отстрела резиновых пуль, так мы их так назовем. Полиция имеет право на применение, согласно закону, и автоматического, и пистолета. То есть можем ли мы в этом случае говорить о большей эффективности вашей работы? Да, конечно, мы прежде всего можем и утверждаем то, что управление полицией охраны гораздо эффективнее, чем частные охранные структуры, прежде всего, потому что у нас организация достаточно давно уже создана, мы все люди в погонах, и у нас есть определенный устав. То есть у нас прежде люди, чем как заступают на службу, проходят медицинское свидетельство, чтобы не было там людей, которые употребляли алкоголь, либо наркотики, либо плохо себя чувствуют. Всякое в жизни может случиться. То есть человек может... То есть достаточно жесткий отбор. Да, у нас достаточно жесткий отбор, и при всем при этом то, что работники полиции систематически сдают нормативы. И у нас есть ряд учебных заведений нашей ведомственной полиции, куда мы систематически людей отправляем на учебу, то есть курсы повышения квалификации, чтобы они могли применять и меры физического воздействия к преступникам, также и нормативная база. Скажите, а вот какова процедура заказа, скажем так, ваших услуг? Заказы наших услуг, рассмотрим их в двух аспектах. Первый аспект – это техническая охрана. Приходит заказчик и говорит, что нам необходимо обратиться к вам с целью заключения договоров по технической охране. Выезжает инженер на место, обследует тот или иной объект, смотрит, какой периметр, и непосредственно в живой беседе с потенциальным нашим заказчиком общается, что бы заказчик хотел увидеть. То бишь датчики движения, видеокамеры, и какой периметр, открытие дверей, разбитие стекла –
голос, если люди заходят разговаривать, то есть на что должна срабатывать сигнализация. Непосредственно объемы, то есть можно внешний периметр, также внутренний периметр, например, если это частный дом, то это как и прилегающая вся территория может браться под охрану, устанавливаются датчики движения, так и непосредственно внутри. И от этого уже будет формироваться цена по поводу монтажных работ, сколько там люди будут работать и сколько будет потраченного времени на установку этой сигнализации. Также от этого будет зависеть количество аппаратуры, которая необходима для обеспечения охраны целостности того или иного объекта. То есть это целая наука, как разместить эти камеры таким образом, чтобы максимальный охват был. Этому тоже у вас у нас по нормативным нашим документам и также по нормативным документам так называемого техпаспорта, да, датчики, те, которые устанавливаются, они существуют двух видов. Это проводные и беспроводные датчики, которые устанавливаются в помещениях. Для них есть прописан определенный регламент, то есть под каким углом они должны быть установлены, на какой высоте от пола, чтобы не было такого, что мы их, как всем нравится, да, чтобы там где-то потолки высокие, не висело где-то посредине стены, а все хотят где-то в уголочку, чтобы их менее было видно. Но каждый датчик урознь в чем? Мы его, если установим высоко, и датчик захватывает только 2 метра, да, он может захватить потолки 3 метра. Они захватывают верхний шар 2 метра, и низ пол, получается, датчик туда просто не добивает, потому что это заводом-изготовителем рекомендуется на такой или иной высоте их устанавливать. Соответственно, эти все инженера указывают на недостатки заказчику. При этом заказчики могут вносить свои коррективы. То есть, То есть все обсуждается? Да, все полностью обсуждается. Мы так гибкая у нас такая диалог получается с несмотря заказчиком. Несмотря на нормативы. Но все при всем при этом, то, что в договоре это все прописывается. То, что если мы даже идем на заказчику на услуги, да, на какие-то, то мы, в свою очередь, прописываем, да, то если мы установим датчик выше, то имеет возможность, что внизу кто-то пролезет, да, либо там окна металлопластиковые стоят, и на столе может какие-то материальные ценности оставляться, там в ночное время, либо дневное, мы заказчику потенциальному советуем установить железные решетки, потому что для того, чтобы наш наряд на сработку приехал, для этого после сработки проходит определенное время. И да, есть определенный норматив? Да, конечно. Проводится хронометраж. То есть у нас в городе есть 5 групп реагирования. То есть они все в разных местах? Да, они максимально в центре своей зоны обслуживания стоят, чтобы они к любому объекту, который находится у нас под охраной, могли доехать приблизительно до 5 минут времени реагирования. То есть с момента, когда преступник там проник в какое-то помещение, либо на какую-то территорию, то наши наряды приезжают до 5 минут времени. При всем при этом, по нашим нормативам мы, прежде чем прописываем время прибытия, мы делаем хронометраж. То есть реально люди садятся, там заказчик может даже сесть в наш автомобиль, засекаем время и сколько экипаж с точки отстоя едет до объекта, который мы берем под охрану. После чего мы это время записываем в договор. Хорошо, а насколько эффективна такая охрана? Потому что, ну, мы же все дети своего времени, все смотрим телевизор, там какие-то фильмы, как банк ограбили, например, еще что-то. То есть на какие-то ваши технические средства есть технические средства того, кто, например, захочет ограбить тот же банк. Ну, я, например, говорю. Да, конечно. Вот, на сегодняшний день есть как и люди, которые занимаются охраной, так и есть люди, которые занимаются этому противодействием. То есть никому не секрет, то, что раньше через наш интернет можно было купить так называемые глушилки, которые глушат там сигнал GPRS-канала, GPS-канала, GSM-связи. И это все глушится. То есть у вас все это тоже есть? В нашем подразделении и заводом-изготовителем это уже все в сигнализации предусмотрено. То есть постоянно идет цифровое общение между блоком управления сигнализацией, та, которая установлена в квартире, и с пультом, который установлен у нас в охране. Если пропадает этот сигнал, там подходят преступники, скажем так, к какому-то помещению пытаются заглушить сигнал,
тот, который излучается, то к нам на пульт автоматически вводится сигнал тревоги. И сразу на место потенциального проникновения выезжает экипаж. Только после того, как экипаж прибыл на место и осматривает территорию, то есть там было проникновение, не было проникновения, потому что возможен такой вариант, да, что сигнал только к нам пошел, а преступникам необходимо еще какое-то время, чтобы вскрыть дверь и зайти в помещение. То есть бывают такие довольно часто случаи, когда кражи происходят в ночное время суток, преступники залазят в помещение, они при этом, при всем не видят, что установлены какие-то датчики движения, и охрана, когда приезжает, смотрит проникновение, они блокируют сразу тот или иной объект и задерживают преступников, те, которые находятся в помещении. А если мы говорим о каких-нибудь там технических средствах передвижения, ну, например, автомобиль хотят угнать, и вот у хозяина батарейка села, все, и сигнал не поступает к вам. Я вообще не знаю, что я сказала на самом деле. Смотрите, то есть вы подразумеваете по тем, что, к примеру, да, есть сигнализация. Сигнализация, да, есть вот у нас данный кабинет, оборудованная сигнализация в ночное время. Вы, когда заканчиваете работу, установили ее под сигнализацию, мы приняли его под сигнализацию, и у вас потух свет. Да, скажем так, ну вот обесточили ваше здание. Если обесточить здание, то в блоках управления сигнализации присутствует аккумулятор автономный, который еще... То есть он автоматически срабатывает. Да, который он... Есть определенный срок непрерывного действия. Если длительный период времени у вас отсутствует свет, например, там сутки, двое, трое, неделю света нету, и садится аккумулятор, то к нам автоматически поступает сигнал тревога. И мы сразу же опять отправляем экипаж к вам, потому что для нас либо когда пропадает сигнал с блоком управления сигнализацией, для нас это автоматически является тревогой. И мы уже, соответственно, созваниваемся с заказчиком и дожидаемся, пока заказчик не приедет, либо хозяин того или иного здания, и зайдет вовнутрь и перезакроет сам сигнализацию. А вот есть ли какие-то вот интересные примеры вашей работы, там, я не знаю, с оперативным задержанием преступников, которых банк хотели ограбить, или вот магазины, может, какие-то такие вот интересные новости? Вы знаете, периодически и всегда, как я уже говорил, бывают случаи задержания нашими сотрудниками. Как я уже приводил пример, да, был вот случай, когда поступил сигнал тревога на наш пульт, наряд приехал на место, и когда начали обследовать территорию, увидели, что вскрыто помещение. После чего они заблокировали помещение, пошли вовнутрь, потому что уже двери были открыты, и преступники находились внутри. При этом при всем то, что преступники заходили в ночное время, и они не увидели даже то, что там этот объект находится под сигнализацией. То есть автоматически наши сотрудники сразу применили и к ним физическую силу, потому что они оказали сопротивление, задержали, вызвали следственно-оперативную группу и таким образом раскрыли преступление. А смотрите, вот в городе очень много объектов, на которых такие небольшие наклеечки, объект педохронную. Это частные структуры или это как, вот, ваша работа таким образом маркируется? На сегодняшний день практически на всех объектах, те, которые мы охраняем, есть... так как вы называете таблички, да, то, что там есть объект педохороны или табличка «Терминовый выклик полиции». То бишь у нас на сегодняшний день на нашем сайте Департамента полиции и охраны есть перечень с адресами и всех тревожных вызовов полиции. То есть это любой гражданин, если на кого-то было совершено преступление и видит эту табличку, что терминовый выклик полиции, он имеет право зайти и попросить хозяйственника, либо может это магазин, либо какая-то банковская установка, чтобы нажали тревожную кнопку, и наши сотрудники, наряд полиции и охраны сразу приедет в регламентированный час по данному вызову. И опять же скажу, да, то, что объект под охраной, есть разные частные охранные структуры, которые, соответственно, делают свои таблички на всех учреждениях, которые они охраняют, и так же само мы, и те объекты, которые мы охраняем, у нас написано «объект педохраны», «полиция охраны», то есть принципиальная разница, что у нас везде есть полиция.
Смотрите, вот у меня такой вопрос, насколько вы плотно взаимодействуете, собственно, с полицией? Привлекают ли вас, допустим, для задержания преступников, которые, например, ну, проникли в какое-то помещение, которое не находится под вашей собственной охраной? Само слово, Сама вот процедура вашего сам взаимодействия. механизм, смотрите, то есть у нас нет такого понятия, что там есть одна полиция, есть вторая полиция. Мы все работаем по единой дислокации, у нас полностью стопроцентное взаимодействие между всей полицией Украины, то есть это неважно, там уголовный розыск, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, участковые, либо еще какое-то структурное подразделение, то есть мы все работаем в единой дислокации. Если у полицейских возникает какой-то вызов, и ихняя там следственно-оперативная группа, либо какая-то группа быстрого реагирования занята, они непосредственно связываются с нашей дежурной частью, дают сигнал нашим группам задержания, и они выезжают на место. То есть они, как правило, приезжают первыми на места и смотрят, оценивают ситуацию. Если необходимо, оказывают помощь, после чего дожидаются следственно-оперативную группу, которая приезжает с райотдела. Ну, раз уж мы говорим о технических средствах, в последнее время очень много говорят о том, что на улицах города будет появляться все больше и больше камер видеонаблюдения. Насколько они действительно помогают с раскрытием преступлений? Ну что, ну я не знаю, ну можно капюшон на голову натянуть там или маску какую-то. Вот каким образом находятся те люди впоследствии, которые вот совершают преступления? На сегодняшний день, да, действительно есть такая тенденция по поводу установки и видеокамер в общественных местах, на проезжих частях, где большое количество людей собирается. Приведем пример, да, такой. Если человек совершает преступление, например, в одном месте, да, он зашел, совершил преступление, накинул себе какой-то капюшон, либо шарф, совершил преступление, вышел, сел в автомобиль и поехал себе дальше, либо пошел пешком. Он может отойти и там 100 метров от места совершения преступления, и чтобы не привлекать к себе внимание, что он там человек идет в маске, да, какой-то по улице, сразу все люди будут обращать на это внимание. Он выходит, отходит определенное количество расстояния, то есть там в метрах, и может эту просто маску снять и пойти себе дальше, как обычный гражданин. Если И бы попадает и в попадает зону сразу видимости автоматически другой в камеры. зону видимости другой камеры. То есть мы смотрим маршрут его движения и после чего осматриваем все видеокамеры, снимаем информацию и помогаем в таком формате раскрыть преступление. Также на сегодняшний день есть умные камеры, мы их так называем, да. Это что значит? Это то значит, если в поле зрения камеры попадает какой-то движущий объект. Камера это автоматически этот объект фиксирует и сопровождает его в зоне своей видимости. То есть полностью по улице справа налево, слева направо, взад вперед. То есть камера движется за движением, за человеком. Хорошо. Вот раз уж мы продолжаем тему технической охраны, вот скажите, речь идет только об охране или, ну, например, какие-нибудь пикантные ситуации вот к вам за помощью обращаются разобраться? К нам на самом деле, то есть обращаются наши граждане достаточно часто, то есть по технической сигнализации, да, мы можем еще подразумевать кнопки тревожного вызова, как я говорил, да, то есть это не обязательно у нас этот объект будет под охраной, это может человек идти просто по улице и видеть, совершается какое-то преступление, но у него там нет телефона, либо еще что-то, он видит этот вывеску терминовый выклик полиции. Он заходит, соответственно, сразу нажимает, и наш наряд приезжает. То есть рассматриваем ночные заведения, там, где отдыхает на сегодняшний день наша молодежь, да. Немного посидели молодежь, алкоголя внутрь залили, и после чего начинаются какие-то дебоши и правонарушения. Даже та же охрана, которая есть в наших ночных заведениях, нажимает кнопку, так как они не имеют права задерживать людей, наш наряд приезжает и, соответственно, реагирует согласно закону Украины о полиции. А вот у меня такой вопрос в таком случае. Финансирование вашей службы каким образом происходит? Вас государство финансирует или вы на хозрасчете? И если на хозрасчете, то каким образом ложатся вот подобные вызовы?
в контекст вашей работы? Наша организация, мы подчиняемся полиции, но мы не финансируемся с госбюджета, то есть мы хозрасчетная организация. В зависимости от количества договоров, те, которые у нас есть, соответственно, мы набираем то количество личного состава для обеспечения охраны тех или иных объектов. То есть это как и по техническим видам охраны, так и по физическим видам охраны. То есть, учитывая рост преступности в последнее время, мы можем говорить о том, что ваша работа, собственно, нужна. И вы будете, то есть штат не будет уменьшаться. Ну, как судя по тенденциям, те, которые есть на сегодняшний день, да, штат действительно увеличивается, потому что все больше и больше граждан обращаются к нам за нашими услугами. Потому что никому не секрет то, что в связи с проведением действий на Юго-Востоке у мирных граждан наших, которые находятся не на передовой, очень много оружия. И как мы видим из практики, да, и то, что на сегодняшний день творится по всей территории Украины, там кто-то на гранате подорвался, там кто-то с пистолета стрелял, там кто-то стрелял с автомата. Поэтому люди просто боятся, да? Люди, да, люди просто боятся, и они прекрасно понимают то, что у частной охранной структуры нет оружия, и если даже они приедут на какой-то вызов, частная охранная структура, то они не смогут противодействовать вооруженным нападавшим, те, которые были. Мы в большей степени говорили о технической стороне дела, а вы рассказывали о том, что вот личная охрана тоже. Конечно. Вы осуществляете такие услуги. А насколько, интересно, популярна такая услуга, ну, скажем, в Николаеве? В Николаеве есть ряд граждан, да, которые пользуются нашими услугами, так называемой, да, физической охраной в лице телохранителей. То есть наши сотрудники на такой вид охраны заступают уже не по форме, а в гражданской форме одежды, при этом с собой одевают кобуру скрытого ношения для огнестрельного оружия и осуществляют охрану как и по территории Николаева, так и если заказчик едет куда-то в другой город, то они его сопровождают по всей территории Украины. Ну, опять-таки, говоря об охране, далеко не все могут себе позволить там какие-то технические средства установить. И в последнее время, опять-таки, мы можем говорить о том, что участились кражи личного имущества из квартир, дачные участки, какие-то гаражи. Как предотвратить все это? Вот что бы вы, какие советы выдали? Ну, во-первых, однозначно устанавливать средства технической охраны. Почему? Потому что... Это дорогое удовольствие? Ну, все будет зависеть от потреб заказчика. То бишь, есть определенные приборы, которые стоят дороже, есть приборы, которые стоят дешевле. В чем между ними разница? Одни датчики устанавливаются с проводами, то есть если люди, может, какой-то там дорогой ремонт, то чтобы там не засверливать стены, не долбить что-то, то есть существуют беспроводные датчики, то есть ставится где-то блок управления, выводятся датчики, и в таком формате будет, соответственно, дороже. Если это проводные, то это будет дешевле. А есть ли у вас какие-либо акции? Да, у нас проходят... Для клиентов. У нас проходят акции два раза в году. Это квартира, назовем ее квартира под охрану. При монтаже вот сейчас будут проводиться акции в марте месяце с 15 по 31. Мы как управление полиции и охраны, мы являемся неприбыльной организацией, и на том оборудовании, которое закупаем, мы ничего не зарабатываем. То есть мы за сколько ее купили, за сколько и устанавливаем нашим гражданам. Но в этот период времени с 15 по 31 будет 50% скидка. То есть все желают... За счет чего такая щедрость? За счет того, что, как вы уже сказали, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество преступлений, и дабы обезопасить наших граждан, то существует акция и будет распространяться скидка 50% на монтажные работы. Потому что за саму технику мы денег не зарабатываем, но те инженера, которые занимаются установкой данной сигнализации, им необходимо тоже платить заработную плату. А вы следите за какими-то техническими новинками, да? То есть вы отслеживаете вот конечно. Этот рынок тоже? Этот рынок полностью и отслеживается ежедневно, потому что нам необходимо идти в ногу со временем.
Как я уже говорил, преступники тоже не дремлят. И как одни разрабатывают сигнализации, то вторые ищут их пути противодействия, чтобы каким-то образом можно было обойти эту сигнализацию. И как я уже говорил, что вы говорите там на дачные участки, да, на сегодняшний день даже в Николаевской области есть ряд объектов, люди живут за границей и приезжают сюда только на летний период времени на курорт, чтобы там на море может съездить, либо еще куда-то. А основное все время остальное, да, там они приезжают летом на 1 месяц, а 11 месяцев данный объект находится под охраной, и там вообще никого нет. То есть она полностью, эта сигнализация автономная, они перечисляют деньги, на наш счет платят за, собственно, за саму услугу. И мы ее охраняем круглогодично. Хорошо, а если в таком случае срабатывает сигнализация, выдерживаются ли нормативы? Какие именно? Как быстро вы доезжаете? Как я уже ранее сказал, к каждому объекту проводится отдельный хронометраж, и после чего это время записывается в договор. То есть в каждом случае это индивидуально. Нельзя там брать что и говорить, что там ко мне доехали за 5 минут, а вот к кварталу, к соседу заехали через 6 минут. Нужно объективно это все смотреть и на каждый, во-первых, учитывать еще погодные условия, потому что если будет как засыпано снегом, либо гололед, либо еще что-то, то, соответственно, мы физически не сможем приехать. Тогда проще будет найти преступника. Що ж, на жаль, наш час вичерпано, ми вимушені прощатися. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за корисні поради і цікаву розповідь. Бажаю вам успіхів у вашій роботі, на все добре. Спасибо большое.